Русский Манчкин – это не просто новая версия культовой и знаменитой настольной игры. Это еще и первый Манчкин, который полностью посвящен одной отдельно взятой стране. Не только автором, но и художником этой версии стал наш соотечественник. Аутентичность зашкаливает. Кроме того, в русском Манчкине есть и свои уникальные правила. Например, времена года, причем зима вдвое дольше всех остальных. Ходить в подземелье, побеждать монстров и хапать сокровища будут спортсмены, казаки, хакеры и олигархи, причем у каждого класса есть свои сильные стороны. Под стать героям и монстры, которые вдохновлены русским фольклором и юмором. Оружие, шмотки, головники и проклятия – все это тоже свое. Одновременно и оригинальное, и родное, как никогда. При этом цели традиционны для Манчкина – напакостить или помочь соперникам, нападать чудищам, получить 10-й уровень и с гордым видом уйти в закат. Игра издательства «Хобби Уолт».